нашли аквариум, он вон там впереди, мы сейчас туда идем смотреть больших рыб. Мы подошли ближе к аквариуму. К этому аквариуму могут подойти все желающие. А чтобы зайти вовнутрь, нужны билеты. Смотри, вот там вверху сколько много рыб плавает. Ну, вот там вверху. Посмотрите, а потолок сделан в виде звездного неба. Вот мы и внутри аквариума. Посмотрите, открывает ротик. Какая большая. Да? Смотри, какая красивая, полосатая. Да. А вот такая. О, глянь. Ой, еще. Сколько много разных рыбок. Стая рыбок. Все, там уже выход. У нас еще билетики в Underwater Zoo. А теперь мы пришли в подводный зоопарк Underwater Zoo. Это ты управляешь акулой, а она кушает других рыб? А, ничего себе, посмотри! Будто стекло разбилось. Зоопарк. Вначале тоже аквариум, только уже поменьше. Идем дальше. Здесь джунгли, а Софию папу уже фотографируют. Здесь очень красиво, похоже на джунгли. София, посмотри, вот там какие сейчас большие попугаи. Такие красивые рыбки. Здесь желтенькие. Черепашка, рыбки, посмотри, к нам плывет. О, они тут там камера. Позируют нам. О.
Какие интересные рыбки! Я хочу подняться! Такое чувство, что они прозрачные! Только один скелетик видит! Я первый раз вижу таких рыбок! Они черные! Они черные! Там одна маленькая плавает, черненькая, да? А остальные все прозрачные. Какие интересные, необычные. Так, здесь что за рыбки? Вот они. Разноцветные, переливаются. Пойдем дальше, пойдем. Маленькие рыбки. Она наполовину золотая, а наполовину черненькая. Кто там кричит? Вот кто шум здесь создает. Улетели. Как мы близко подошли к ним. Черепашки плавают. Черепашки. Ничего необычного. Нет рыбок. Нет рыбок? Вот там внизу плавают. Смотрите, здесь стекло. А внизу можно поплавать на такой вот лодке. Вау! Вот это рыбки! Плавают с открытыми ртами. Посмотри, какая у них пасть! Вот это да! Лёгко завидно! Лёгко завидно! Да, смотри, у них такой длинный-длинный нос. Открыт рот. Какая рыбка. Сидите сюда, смотрите, крокодилы. О, маленькие крокодильчики. Да. Маленькие крокодильчики. Они большие. Большие, но есть еще больше. Это маленькие. Вау! Да, такой большой. На потолке висит. Трогаешь? Нравится? Да. Какая она? Гладкая или колючая? Гладкая? А по краям, наверное, немножко колючая. Да? Поднимаемся наверх. Здесь вот такие интересные жители на стене. Здесь даже скорпион есть. Да и что здесь тоже? А это хамелеончики. Посмотри, а вот там еще один ходит. Как интересно. Mara Kate. There's another one up here. He's Mara Kate. А это летучая мышь. He's having a dream. Посмотрите, он встал. А теперь идем по вот такому подвесному мосту. И еще больше кажется, что мы в джунглях. Посмотри. Белая сова. Небольшой фонтанчик с аквариумом, а вот там плавают очень красивые рыбки разноцветные.
Смотрите, как бьется. А вот и огромный крокодил. Смотри, какой он большой. Он как настоящий. Да, он и так настоящий. Нина, тик-тик, чинчика. Да, хорошенькие, маленькие. Один тоненький. Вот еще один. И вот белый. Да. Смотрите, какой белый. А вот и пингвинчики. Не плавают, все на берегу сидят. Там он краб сидит. Смотри, ртом даже шевелит. Какая классная рыбешка! Посмотрите, такая необычная. У нее как будто какие-то лепесточки, да? Да-да-да, и нос такой длинный-длинный. Сколько много медуз! Они светятся красным. Ну-ка покажи. Вау, а здесь какие красивые! Синие, зеленые, белые. Была, да? А вот морской еж прилип к стеклу. Фе, ты куда залезла? На крокодила. Посмотри, крокодил дяди голову откусил. Вот это крокодильчик. Это голова крокодила. Какие огромные зубы. Еще скелет крокодила. Вот и все, ребята, наше путешествие сегодня подошло к концу. А вы ставьте лайки и подписывайтесь на канал Мисс София Ди Шоу.